Начинаю вторую неделю пробничков с помады от Faberlic в номере 43036 и название помады 4617. Спасибо, Аленушке, за чудесный подарок. Но это уже весна-весна, а то и лето. У нас сегодня тепло, поэтому хочется праздничного настроения. Марфуша, ты нас выпустишь из дома или нет? У нас не кошка, у нас сторожевая собака. Марфуша! Не пускает нас из дому. Вот наша пасхальная тарелка готова. Только ягненок еще жарится. Арифлейм 624. Очень красивый праздничный цвет. Если есть повод еще раз попробовать другую помадку, то почему нет? Опять же Арифлейм в номере 942. Вот так вот будем сегодня праздновать. По-домашнему, в домашнем. Всем хорошего вечера. Рубрика «Пустые банки». Закончился у меня такой пакетик таких падиков. От фирмы Life Soft Touch Cotton Pads. Девочки, очень хорошенькие вот эти штучки. С одной стороны, она как бы более шершавенькая, если хотите типа сделать а-ля пилинг, да? А с другой стороны, она более гладенькая. Классная вещичка и стоит копейки. А также у меня закончился вот такой вот крем-гель под глаза от фирмы Clinique All About Eyes. Вот написано, снимает круги под глазами, припухлость, да, что-то против припухлости, против кругов, не знаю. Здесь 5 мл. Это, видимо, у меня попалось еще в моем адвент-календаре. Девочки, приятный нежный крем, но не более этого. У меня остались пробнички только от фирмы Oriflame. Девочки, посмотрите, какой красивый нюдовый оттенок в номере 940. Вот как ваши губы, да, только чуть-чуть более с блеском. Красота, боже, я реально балдею, но это для тех, кто именно любит кремовые помадки. Наносится очень нежно, очень классно, но они, несмотря на то, что они кремовые, они носятся очень хорошо. Да, я вообще-то видео снимаю. Что такое, он укусил тебя? Не, он полизал меня. Полизал. Дай второму тоже капусточки. Знай мою доброту, да? Капусточку. Кто-то уронил капусточку. Скажи, мы подняли и дали козлику. А козлику вкусно. Дай второму козлику, он тоже просит. Подвинься немножко, чтобы видно было. Молодец, хороший братик. Полизал тебя. Посмотри, у него же язык черный. Все, двинули дальше. Весна, апрель месяц. У нас 20 плюс градусов. У козлика настоящая там саванна. Где-то козлик. Козлики маленькие, хорошие. А, я видела. Идем. Все хотят капусточки и морковочки. Вот малышу дай. Ого, а этот его рогами отткнул. Дай ему маленький, ну чего нет? Зуз! Дай ему кусочек. Кидай, не давай через сетку, кидай. Дай ему, да, ну не... Ну. Я тебе подвинься, хочу тебя заснять. Скажи, кому давай большому. Большому давай, большому. Не дразни. А мне ты накатай. Сломает пополам и кинем его через. Вот именно, не давай. Ло, я к маме. Салам. Он не хочет это так. Мам. Со спины больше не надо. Маленький, какой маленький. А потом бросает таких больших козлов. Другой вид козлов.
хорошенький. Он что, не достал? Мордаша. Ага, о, даже этот его бьет. Дай, дай я ему дам, дай. Как яркий это. Ты не докинешь, дай, она тоже. Дай. О, Штраус. Штраус пришел. Да. Ай. Наглая морда. Эй, птичка. Смотри, какие у него рога. Вау, завитые, смотри, какие рога у него. Подожди, сколько улиток тут на мусорке каменной и на акустике. Улиточки все. Не знаю, у них, наверное, тут что-то интересное. И вот тут вот прям рядом дерево тоже. Сколько на нем улиток. Пойдем посмотрим на кошечку. Идем гуляем по природе. Как все зелено у нас, как все классненько, красота, даже не видно туда, на другой берег реки. Все такое небо у нас. 548. Девочки, я думала, она коричневатая, как вы видите в пробничке, а она такая виноградная, даже вишневая. Боже, я не знаю даже, какую из этих помад я бы хотела выделить. Они мне настолько все нравятся. У нас сегодня дождливый день. Но это не помешало собраться. С помадкой это Oriflame номере 763. Девочки, посмотрите, сколько у меня ее осталось. Какой красивый цвет. Вы знаете, я их всех люблю. Но из всех классных у меня все-таки, да, есть любимки. И вот одна из них. К сожалению, я не знаю, какая это линейка. Золотистой такой упаковочки. Но прелесть. Я вам говорю, если бы у меня сократилось что-то с помад, я бы подзаказала еще, но только в пробничках. Что-то к нам сегодня вернулось, зима немного. Поэтому у нас будет помадка от Oriflame в номере 947. Девочки, вроде все темные цвета я уже перепробовала. Когда уже будет лето, чтобы можно было переходить на более светлые оттенки. Всем доброго вечера. У меня сегодня многоступенчатый уход. Началась вот такой двухфазки от Garnier. Я совершенно ей недовольна, но раз купила, уже буду, как говорится, пользоваться. Значит, первый этап сняла косметику вот этой вот мицеллярной водой с маслом. Потом я использовала умывалку от Estee Lauder. Это написано, что это пенящаяся умывалка и еще увлажняющая маска. Что вам сказать, косметику она не смывает, она просто смывает потом мицеллярку до скрипа, и на этом все. И сегодня я пробовала такую вот масочку от Innisfree, капсула Recipe Pack, Wash Off Pack, то есть ее надо смывать, через 10 минут ее надо смыть. Так вот она выглядит внутри баночки, а-ля глиняная. Вот сейчас мы ее, как говорится, подержим 10 минут и посмотрим наше впечатление, вам потом расскажу. Кстати, эту масочку я заказывала на сайте iHerb. Вот так вот эта масочка выглядит на мне. Кстати говоря, я сделала неплотный слой благодаря вот такой вот кисточке от нашей израильской фирмы Beauty Care. Очень удобная вещь. Это именно написано тут Professional Foundation and Mask Brush. Очень классная вещичка. И с тех пор, как я купила, наношу маски вот кремовые именно ей. Прелесть. Ну, ждем 10 минут. Потом, после масочки, у меня вот такой вот тоник от фирмы Garnier, виноградный, хорошая, приятная водичка. Под глаза от Estee Lauder, Advanced Night Repair, что там написано, Eye, против темных кругов, против морщин, девочки, ничего такого особо не заметила. И здесь у нас, что у нас тут, 5 мл. Ночной крем от израильской фирмы Sebocalm, Retinol Night Cream, против морщин. Да, улучшает структуру лица. Что могу вам сказать? Приятное. Вот тут даже есть информация на русском языке. Приятный, питает, увлажняет. Ну, не могу сказать, что супер-вупер-пупер. Моя любовь. 945 Oriflame. Такая морковная, красивая помада. Чем мне она нравится? Тем, что она не кричащая. Прикольный памятник.
разложили все разные игры для детей. Можно на них прыгать. Там разложили будет какое-то живое представление. И вот тут еда. Для тех, кто может кушать, разные варианты еды. Продолжаем с Oriflame в номере 941. Девочки, все-таки любимки у меня вырисовываются. Я люблю их все, но все-таки любимки есть. Я уже 5 или 6 помадок из 34 выложила. Вернее сказать, отложила в любимки. И в конце всех пробничков я покажу, какие самые мои любимые. Ну что, поплыли? Куда поплывем? Какие комбинезончики хотите? Тут даже палатки открыли. Можно залезть, попробовать всякие вещички для кемпинга, столики, фонарики. Палатки поменьше. Даже каток для людей, ты хочешь попробовать. Покататься на роликах. Доска специально огородили, пожалуйста. Катайся, потому что меньше людей стало, как можно заснять. Даже стрельбай звук появился. В будущем не дали пострелять из звука. Кто там хорошо бы дырявым. Поджигаешь его вот тут, вот, и он тебе до 2 часов горит. Крутяк. Просто крутяк. Такой кофе интересный я нашла. Со вкусом айриш крем. Потом карамелька. Орешек. И со вкусом печенюшек. Oriflame. В номере 268. Привет, морковка. Очень красивый цвет. Девочки, это кремовая помада, которая имеет матовый финиш. Шикарная, просто. Я говорю, я балдею каждый день заново от новых помад. Нашла еще одну рыжую помадку. В номере 264. Как вы видите, это уже совершенно с другой линейки. Так как это в сиреневом таком футлярчике. А утренняя была в золотистом. Также кремовая помада, но с матовым финишем. Сегодня буду использовать вот такой вот карандашик от фирмы Avon True в названии Smoky Diamond. Посмотрите, какое красивое оформление, оно же прям переливается. Девочки, очень красивый мягкий карандашик. Спасибо Марише за подарок. А у меня пошла тема рыжих морковных помад. Еще одна помадка от Oriflame в номере 226. И отличный карандашик. Девочки, прям видно, как он переливается. У него такая мелкая-мелкая блестка в нем. Очень симпатично. Вот сделали новый пляж у моря. Смотрите, какая красота. Мам, еще все в ремонте. Oriflame в номере 946. Девочки, отличный красный цвет. Немножечко такой в рыжинку отдает. Обалденно. Такой праздничный, но не кричащий. Я в восторге от их кремовости и о том, как они носятся. Очень многие темные помадки имеют такой тинт. После того, как снимаете помаду, остается тинт. То есть можно спокойно добавить блеска и продолжать ходить дальше. Рубрика «Пустые баночки». Закончилась у нас вот такие вот две пасты. Одна от Aqua Fresh с мятой и одна от фирмы Life с алоэ вера. Кстати говоря, вот эта паста была прикольненькая, такая зелененькая с черненькими точечками внутри. Знаете, напоминает скраб от фирмы L'Oreal для лица.
прикольная вещь, но, честно говоря, не впечатлила. Сегодня я тестирую карандашик от фирмы Avon True в названии Emerald. Emerald Glow. Спасибо огромное Марише А за чудесный подарок. Ну, а я сегодня заканчиваю вторую недельку с пробничками. Это Oriflame номер 622. Девочки, посмотрите, какой он, как бы кажется, темный. В самом тюбике я думала, что он темный. А на губах он еле-еле. Даже, я бы сказала, знаете, как гигиеничка с легким оттенком. Очень приятный. И, кстати говоря, наслоить больше этого невозможно. То есть вот такой вот оно оставляет такой легкий цвет. Очень нежно, весна, лето. Просто прекрасно, кремово ложится. И тем не менее, хорошо держится. 623. Подружка утренней помадки. Близкая по цвету. Но это чуть-чуть отличается буквально на тон. Также очень приятная кремовая. Как вы видите, вот в стике она выглядит более такой яркой, да, более такой темной. А на губах это самое темное, что можно сделать. Отличный это вот вариант.